Тве прибыли гости из новых российских регионов. В столице Верхневолжья на базе ТВГО состоялось открытие летней педагогической школы для студентов Донбасса. Ее участниками стали 30 студентов и 4 преподавателя Донецкого и Луганского государственных педагогических университетов. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Студенты и преподаватели из Луганской и Донецкой народных республик вновь приехали в летнюю педагогическую школу. В самом сердце Верхневолжья они получат необходимые знания для последующего обучения детей Донбасса русскому языку. Для участников подготовили масштабную образовательную и культурно-просветительскую программу. Впервые летняя школа прошла в 2022 году для студентов-филологов Луганского государственного педагогического университета. В 2023 году она организована для студентов-филологов Донецкого государственного педагогического университета. Тогда на площадке точки кипения ТВГУ губернатор Игорь Руденя провел встречу с участниками школы и отметил важность подобных мероприятий. Новороссия всегда была одна большая страна, это были все родные люди. Как именно, собственно, сейчас мы остаемся. С одним языком, с одной культурой, с одними ценностями. Я уверен, что вы, как новая молодежь, люди уже труда, люди прогресса. Я уверен, что вы будете развивать и культуру, и экономику. Летняя педагогическая школа и в этом году проводится также при поддержке правительства Тверской области. Торжественное открытие началось с приветственного адреса сенатора Российской Федерации Людмилы Скаковской. Цель проекта – содействие профессиональной подготовке будущих преподавателей русского языка и литературы. Любое мастерство, которое созидается в нашей стране, созидается на русском языке. Тем более, что вы не просто будете учителями, вы будете учителями русского языка и литературы. В летней школе 2024 участвуют 15 студентов и 2 преподавателя из Донецкого государственного педагогического университета и 15 студентов и 2 преподавателя из Луганского государственного педагогического университета. Студенты уверены, что новые знания, знакомство с традициями и культурой Верхневолжья помогут в достижении профессиональных целей. Я и приехала на летнюю школу молодых педагогов для того, чтобы обменяться опытом, какие-то фишечки перенять, как раз для того, чтобы начать работу усердно в своем регионе. Для участников подготовлена обширная программа. Это 36 академических часов лекций и семинаров по истории России, педагогическому образованию, особенностям преподавания русского языка и литературы, посещение достопримечательностей Тверской области, картины галереи, музея тверского быта, исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история», городов Старица, Ржев, Торжок, Ниловой пустыни в Осташковском округе. Кроме того, студенты и преподаватели отправятся в Москву на экскурсию в Совет Федерации и Третьяковскую галерею. Мы в восторге от программы, мы очень ждем лекций, самых разных лекций. Такой вот потрясающий тематический охват, который позволяет нам поговорить буквально обо всем. Радушие, которое мы встретили, оно дорогого стоит, нам очень приятно. По итогам летней педагогической школы ее участники получат сертификаты о повышении квалификации и с помощью полученных знаний будут обучать детей Донбасса русскому слову.